Ребята, профессионалы, вот есть такие вот платочки зарядки. Я ее залил эпоксидной смолой для того, чтобы попытаться отвести температуру, так как без радиаторов такие платочки долго не живут. И сейчас мы посмотрим на температуру заливки. Эпицентр разогрева где-то около 70 градусов. То есть без отвода тепла такие платочки, ну, по крайней мере, у меня вообще долго не жили. Ну, посмотрим.